Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту разлива нефти возле села Маянга в Балаковском районе. Напомним, вчера, 10 апреля, в результате технического выброса на трубопроводе «Транснефть Приволга» в 1,5 километрах от реки Большой Иргиз в поле вылилось 8 кубометров нефти. Фонтан в эту сторону, да, скорее всего, стрельнул. Ага. Сюда. Площадь разлива, по первоначальным данным, составила 150 квадратных метров, а между тем региональное управление МЧС заявило о площади загрязнения в 750 квадратных метров. Загрязнения реки не возникло. И локализованы. Угу. Сделали насыпь всего 120 метров в сторону Иргиза. Угу. Прошло. Да, прошло. Сейчас объем вытекания 8,7 километров. На месте была проведена обваловка территории, чтобы не дать нефти разлиться. А это они обваловывают, не пускают. Да, сейчас переливную трубу установят, вода будет стекать, нефть по поверхности. После этого приступили к откачке талых вод, которые скопились под слоем нефти. Затем откачали и саму нефть. На месте происшествия работали спасатели, сотрудники «Транснефти», прибыли представители районной администрации надзорных ведомств, зампред областного правительства Александр Буренин. На вертолете в срочном порядке прилетело руководство «Транснефти». В результате происшествия прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк была приостановлена. При этом представитель «Транснефти» пообещал, что на потребителях это не скажется, неисправность будет устранена в течение суток. Компания считает, что одной из возможных причин разлива может быть попытка хищения нефти из магистрального нефтепровода. По другой версии, сорвало запорную арматуру. Реальную же причину происшествия установят представители надзорного ведомства.